сквозь слезы к счастью. У вашего мужа травмы средней степени тяжести. Мой сын? Нас связывал только сын. У него нет, по твоей вине. Премьера. Попробую вернуться на работу. Я хочу быть твоим врачом-реабилитологом. Давай. Ага. Молодец. В понедельник. Ты не предупредил, что приедешь? Развод-то через 2 недели. Я хочу, чтобы мы снова стали семьей. Я полюбил Нину. Перезвоню позже. В понедельник в 19:00. Домашний главный женский.